Ну чё мы смотрим на друг друга? Может, танго тогда потанцуем, а? Нет, походу танго мы танцевать не будем. Давайте все за мной. Чё вы стоите там? Секунды, никто мне не помогает. Давай, давай, давай. Эта медленная черепаха еле как нас догоняет. Иди стукни ему. Иди стукни ему, Стёпа. Может, как-то поможет. Нет, никак вообще не помогло. Слабо ты его стукнул. Так, давай, все за мной, все за мной. И давайте сюда. Он же тупой, он ничего не понимает. Он даже не понимает, как нас догонять. Короче, у кого-то есть план, как его... Его измотать надо, чтобы он устал. И уже после этого заманить его в ту самую клетку, которую мы построили вот в предыдущей серии. Есть у кого-то идея какая-то или нет, а? Чё, все молчать будут, а? Ну ладно, тогда я буду придумывать все идеи. Так, давайте за мной, давайте за мной. Заманивай его на второй этаж. Давайте быстро. Давай, 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 проходите, 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 проходите. Полинка, не гори, Стёпа, тоже не гори. Давайте, поднимайтесь. Мелкий, ты самый умный, походу! Так, мы выиграли пару минут. Давай, все сюда, все сюда, все сюда, все сюда. У кого есть какое-то оружие? У меня в запасе осталось два коктейля Молотова и одна граната в этом, в гранатомете. Мы не сможем ее вечно задерживать, не сможем. У кого есть что-то с огнем связанное? Стёпа, я тебе давал коктейли Молотова. Есть, Мелкий, у тебя есть? Сколько штук? Две штуки. У тебя, Полинка? А у меня вообще нет. Ну и ладно, ты тогда просто будешь за нами бегать и кричать, типа, а, страшно. Вот, так, план очень простой. Мы бегаем по дому. Он выдыхается, еще больше тупеет, и потом мы берем и заманиваем его в ту ловушку. Всем все понятно? Если кто-то после этой ночи не выживет, мы ему устроим хорошие похороны. Всем все понятно? Прекрасно. Я хочу домой к жене! Стёпа, успокойся, ну сейчас мы его заманим, вот это, и вылечим вот этого, Мелкий, успокой его к чертовой бабушке, стрельни ему там рогаткой вот этой, Стёпа, успокой. Да зачем так сильно-то, бежим, Стёпа, поднимайся сюда наверх, давай, 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 Мелкий, иди сюда, иди сюда, иди сюда, Полинка прячется вообще вот куда-то там за угол, так. Времени вообще нет. Где Стёпа? Ты его куда-то толкнул вниз. Стёпа! Тихо, 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 тихо. Дай Мелкому биту. Дай Мелкому биту. Ты бесполезный сегодня. Дай Мелкому биту. Мелкий забирай. Так, я его сейчас заманиваю. Ты его по башке стукни. Сюда, 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 сюда. Полинка, в другую сторону беги. В другую сторону. Мелкий, прячься, прячься, прячься. Сюда, кренделечек мой. Большой такой вкусненький. Сюда. Мелкий, на счет раз, два, три... Ты очумел? Он мне проход про... Мелкий, бей! Мелкий! Так, ну немного времени, мы еще выиграем. Сейчас он опять сюда пойдет. Так, все сюда, все сюда, все сюда, все за мной. Короче, сейчас он поднимается, мы его обхитрим, падаем вот сюда через вот эту дырку, так же, как мы сделали в предыдущей серии, да? И вот после этого он идет сюда, мы опять поджигаем, короче, вводим его за нос попросту по всему вот этому особняку. Ждем, пока он вылезет. Идет потихоньку, медленный, конечно, как собака какая-то, но идет, топает. Сейчас он подойдет. Полинка, Стёпа, спрыгивайте. Давайте быстро. Где Стёпа? Стёпа, спрыгивай, давай. Идет, Мелкий, ты следующий. Давай, я его буду замать. Да тушите там, тушите пожар вот это, чтобы мы пробежали. Давай, пупсичек, давай. На! Все за мной, сейчас на кухню. Тушите. На кухню давайте. Хорошо, что огонь его хотя бы немного задерживает. Идет. Только что-то он как-то слишком быстро идет. Разбегался, что ли? Все прячемся, давайте вокруг стола. Опять вводим его за нос, а потом заманиваем опять на второй этаж. Не. Стёпа, иди сюда, вокруг вот этого стола. Геннадий Петрович, сюда, подойдите, пожалуйста, подойдите сюда. Куда? Не. Да Стёпа, помянем Стёпу, земля ему пуховик. Так, я ж сказал, возле этого стола, не возле того стола, куда он его толкнул к чертовой бабушке. Стёпа, ладно. Я сказал то, что будут хорошие похороны. Я обещаю то, что мы их Стёпе устроим.
Сюда, подойди, Геннадий Петрович, сюда, подходите, подходите, любезно, сюда, за нами. А что нам сейчас-то делать? Отойдите, Полинка, отойди. Мелкий, тушись, тушись, тушись. Тушись. Молодец, я знал то, что ты сможешь. Так, еще минутку мы выиграли. Что нам делать? Минус Степа. Степа улетел куда-то там в космонавты. Он его, конечно, пнул нехило. Так, два ребра, наверное, сломал. Что нам делать? Мне кажется, хорошо, Степы нет, потом помянем. Сейчас вот другая запара. Отводим его туда в ловушку. То, что я говорил Степе мелкий, сделаешь ты. Хорошо? Про ловушку не забудь, пожалуйста. Все, пошли, пошли, пошли. Сейчас он сюда подойдет. Давай, давай, давайте за мной. Полинка, давай. Давайте, давайте, быстро, 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 пробегайте, пробегайте, пробегайте. Сейчас. Пошли, пошли, пошли. Ой, подожди, Степа, дверь сломал. А ты чё, жив, что ли? Да там озеро за окном было. Он меня туда толкнул. Вот, видишь, в рубашке Степа родился, в рубашке родился. Повезло, Полинка, выбегай, 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 выбегай. Степа, Степа, мелкий отменяется план. Степа, иди строй ловушку. Иди быстро. У тебя есть буквально 2-3 минуты. Мелкий, ты помнишь про свой план? Ты его заманиваешь. Ты. Давай, 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 давай! Полина, пошли, 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 пошли. Мелкий сейчас его заманивает, он играет роль наживки. Заманивает его ко мне, а потом я уже его заманиваю. Давай, давай, мелкий, мы тебя ждем там! Надеюсь, то, что мелкий справится. Давай. Чики-бомбони, ты бы отошел на самом деле в другую сторону куда-то. Давай, Полинка, Полинка, бежи! Ты чё расселся, крендель? Ты чё, всё сделал, что ли? Так прячьтесь, давайте, прячьтесь, не отвлекайте внимания, прячьтесь за деревья. Давай, давай, давай. Степа, в другое место прячься, вот, вот там. Так, ловушка готова. Ждём мелкого. Мелкий. Он уже должен был сюда прийти. Мелкий! Так, все идет опять не так, как мы запланировали. Или с ним что-то там случилось, или Франкенштейн его словил, или мелкий потерялся, не знает, как сюда вот дойти, не знает дорогу. Бежит! Бежит, 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 давай, мелкий, давай, давай, прячься, 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 прячься! А вот сейчас я его отвлекаю. Так, главное самому не провалить, не провалиться. Сюда, Франкенштейн, сюда, сюда, сюда! Железный забор-то ты не сломаешь, да? Мелкий, успокойся. Бесится там. Ну ты бесись, бесись. Отсюда ты точно никак не выберешься. Так. Первую часть плана мы с вами выполнили. Сейчас надо его как-то на прицеп уложить. Степа, ты помнишь, где прицеп? Вот сейчас ты туда пойдешь. Только надо его как-то кокнуть. А то мы его не сможем на прицеп затащить, и мы не сможем его просто так в город тоже туда занести. Надо его как-то вырубить. Только как его вырубить? Очень хороший вопрос. Откуда у него топор или что это? Пожар? Мелкий, фигачь рогатый, фигачь рогатый, фигачь рогатый. Он же сейчас выберется сюда к нам. Так, так вот, что его полностью вырубает. Электричество. Степа, сгоняй за электрошокером и сгоняй за прицепом. Я его оставил в этой, на ферме Бати Ванчоса. Давай, быстро, 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 пока он не очнулся. Как раз сейчас мы его как-то в этот прицеп и погрузим. Тут, конечно, надо будет всем его тащить. Кто-то за одну руку, кто-то за другую руку, потому что он тяжелый, как не знаю что. Мелкий, есть какой-то план, как его можно затащить? Очень интересно, но ничего не понятно. Научись объяснять, пожалуйста, нормально это. Хитрить, колотить! Пуля еще раз, пуля еще раз, пуля еще раз, пуля еще раз! Пожарный топор.
Вот это его сейчас хорошо кокнуло. Он от электрического шока аж мне топор в руки выбросил. Ну чё, Стёпа, присобачил этот? Где он? Где прицеп? Короче, на, держи топор, охраняй с мелким, охраняй, Полинка, ты просто здесь стой и кричи, если что, я не знаю. Сейчас я прицеплю этот прицеп к своей тарантайке. Надеюсь, что сейчас вот этот Франкенштейн уже не очнется, и мы его наконец-то... Эпа. Потащим домой. Так, здесь все готово. Ну чё, нормально там? Не очнулся? Ломай вот этот, ломай один забор. Стёпа, давай быстро. Ага, еще один сломай, еще один, чтобы вынести его. Ага, так, молодец. Как делать сейчас? Есть у кого-то план, как мы его берем, за что мы его хватаем и как мы его через реку перетащим вот туда на прицеп? Полинка, бери за ноги, я за руки. Вот это прям хороший план. Так, Полинка, давай ты за ноги и ты за руки, мелкий, что ты его там снизу поддерживай. А я сейчас ближе вот сюда лодочку перенесу. Давайте, затаскивайте его в лодку. Давайте, давайте, давайте. Банда, прям настоящая банда. Ну чё вы слаботи-то такие? Поднимайте его, а? Времени мало. Надо в лодку его еще запиндюлить. Если он, конечно, туда влезет. Ну, наш план почти подошел к концу. Сейчас его надо заманить вот туда. В мой новенький гараж. Сколько он строился, так главное его не толкнуть. Сколько он строился и каким он огромным в конце оказался. Стёпа, я тебе доверяю первому открыть этот гараж. Давай уже быстрее, я хочу посмотреть на наш мужицкий гараж. Так давай, открывай, давай. Ой, красота-то какая! Полинка, смотри на него, чтобы он не проснулся. Край! Риэлторша хорошо справилась со своей задачей. Здесь две машины поместятся. Вот это моя, и потом еще чья-то другая. Мелкий, вылезай давай, что в яму упал? Батюшки мои, это самое прекрасное, что я видел в своей жизни! Ну слушай, я рад, Стёпа, я рад, что тебе нравится. Да, мелкий, да хватит в яму падать. Я рад, вот это хорошо. Ох, не понимаю я ваши мужицкие причуды. Полинка, это все для мужика. Это радость, это счастье. В общем, я тебе... Стёпа, иди, кстати, забери у Франкенштейна топор, у него еще вот этот один остался. Полинка, иди домой, кушай. Ты худая стала, как не знаю. Через пару дней, молодец, Стёпа, через пару дней мы тебя навестим. Давай, иди отдыхай, а то ты там столько времени в этом особняке провела. Заболела, наверное, вся, исхудала. Давай. Хорошо, удачи вам. Тебе тоже удачи. Ну, сейчас ждем, пока Франкенштейн или сам проснется, или мелкий сейчас давай ты ему за сандаль вот этой рогаткой. Заманиваем его вот сюда в гараж и закрываем. На счет раз, два, четыре. Стёпа, считай. Раз, два, четыре. Мелкий, заходи внутрь, заходи, 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 заходи. Давай, иди сюда, Стёпа, подойди сюда. Куда ты на него рыпаешься? Сейчас он ко мне подойдет, и вы сразу текаете. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, давай, Стёпа, давай, 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 тапа, тапа, тапа. Чуть не придавило. Ой, да, да, ровесенькие были, да, да, ровесенькие, да, закрыли, закрыли, закрыли. Я желаю тебе там всего хорошего, Франкенштейн. Он сейчас оттуда никак не сможет выбраться, вообще никак, сейчас. Я заблокирую дверь, чтобы он не смог с той стороны открыть. У него нет ни кирки вот этого, ни топора, ни другого топора. Он никак не сможет выбраться. Там сзади, конечно, есть вот это стекло, но он такой жирный, то что через это стекло он не пролезет. Все, пацаны! Мы справились! Сейчас главное вот это... Людмила. Сейчас главное противоядие, вот это, вакцину найти от этого, как вылечить вот этого Геннадия Петровича. Здравствуйте. Вы что орете посередине ночи? Ой, вот это... У нас тут свои дела, они тебя не затрагивают, поэтому не вмешивайся, пожалуйста, Людмила. Я буду жаловаться мэру! Хулиганы! Ой, слушай, отстань ты от нас, а? А...
Слушайте, Людмилочка, у нас там в гараже, вы же вот это, вы же главная на телевидении, да, вы же вот это, стала генеральным директором телевидения нашего вот этого в городе ютуберов. У меня для вас есть хорошие новости, у меня там в гараже есть нонсенс, просто пу, нонсенс, который поможет вам раскрутить ваш канал. Доставайте свою камеру, идите записывайте, да, у меня в гараже есть, вы, конечно, готовы посмотреть. Пустите меня туда! Давайте, я сразу запускаю, сразу же забегайте. Ага, давайте. Давай, заходи, да, туда. О, она просто самая раздражительная во всем городе. Ой, чё у них там такое, Стёпа? Давай не подглядывай. Пацаны, надо лекарство найти. Вылечить Геннадия Петровича. Вот. Или все же выпустить вот эту Людмилу. Мне кажется, сейчас Франкенштейн ее сейчас сожрет же, нет? Людмила! Выбегайте! Давайте быстро! Успели на камеру заснять? Эти ваши шутки тупые! Это ты, куропатка крашеная, и нефиг нас доставать! Ну чё ты, Франкенштейн, развлекся с ней немножко, да? Так вот, не отвлекаемся от темы. Лекарство надо найти. Лекарство.